Сальников Николай Владимирович. Я 24 года проработал на железной дороге здесь рядом. И сейчас живу здесь, около железной дороги. Ну да, я жил в Казахстане, город Ленгер. Там родился брат Сальников Сергей Геннадьевич. Он родился в 1959 году, на 10 лет младше меня. Ну, он до 12 лет рос вместе со мной. Естественно, я как старший брат его защищал, помогал там, немножко ругал, за то, что, потому что отца не было, мать одна. Она с ним, как таково, она с ним не могла справиться. В школе там мы все время на него жаловались. Я ходил в школу. Бандюган был, короче, так это честно сказать. Не очень-то дисциплинированный ученик был. Не так, что криминальный, а просто, ну, как пацаны они. Там что-то набедокурили, там окурить пошли, там еще что-то. Там, может, девочку за косу дернул, там еще что-то. Ну, такое по мелочи. Но все равно это учителя жаловались, приходилось с ним разговаривать, приходилось наказывать, то есть не пускать его на улицу. Ну, мне что, мне было тогда сколько? Лет 20, наверное. Так и что такое, ему 10 было. В принципе, так нормально было, слушался во всем. Ну, только матери было тяжело с ним справиться. Ну, а потом в 72-м году мама умерла. Его забрала двоюродная сестра, знаете, на воспитание, как она. Ну, короче, уехал в Балхашево. Там после армии я женился. Уже у меня было трое детей. И у нас кум поехал сюда, на Украину, в Кировоград. Ну, там через год списались, и решили мы тоже сюда поехать. Я ему написал письмо, что уехал на Украину. И сообщу адрес. Написал отсюда ему туда, и ответа нету. И так получилось, что я его адрес потерял, а он потом поменял, видать, квартиру. И все. И так мы растерялись с ним. Коля все время вспоминала о брате своем Сергее. Рассказывала о его семье, о детях. Говорил, что очень хотелось бы увидеться. Уже, наверное, все повырастали. Там и внуки есть, конечно. А, по-моему, 4 апреля его брату день рождения. 54 года было. Да, мы сели даже как бы отпраздновали. Были на Новый год у нас моей жены племянница с мужем. И мы разговаривали что-то о том, что я уже давно ничего о брате не знаю. Все, вот. Она говорит, давай через интернет это самое дадим, поищем. Давай жди меня отправим. У нас с Николаем на двоих 4 детей. 6 внучат, 4 внука и 2 внучечки. Когда все собираемся на праздники, особенно Рождество, дни рождения, то как бы так, ну, места всем хватает, слава Богу, да. А вот еще если найдется брат его, Сергей, вообще было бы замечательно всей семьей и его, и нашей встретиться, да. Места хватит всем. Серега, если ты меня видишь и слышишь, то откликнися. Я сильно по тебе скучаю. И не только я, и мои дети тоже. Я надеюсь, что ты все-таки откликнешься и приедешь ко мне в гости. Мы тебя очень ждем.